Спасибо огромное от души. Спасибо. Впервые у тебя на стриме, очень лампово и приятно. Привет тебе и чату. Удачи и хорошего настроения. Спасибо большое. Спасибо еще раз, Паша, огромнейшее за 400 рублей. Спасибо, тебе 4 раза теплее стало. И еще раз огромное спасибо, Адвисер, за 500 рублей. Также в 5 раз теплее стало. Макич, спасибо огромное, когда друзья. Пупк надоест и тебе, и людям, во что будешь играть? Не посмотрим, во что. Когда папка надоест мне и людям, мы посмотрим, во что мы будем играть. Потому что это будут игры, и будем из них выбирать. Но я надеюсь, что это будет не код. Потому что я не люблю код. Я, скорее всего, его возьму, потому что такими темпами... Игра реально доебывает. Дурак, смотри, себя не взорви там. Но он просто сел. Он просто сел, ноль активности. Он сел, блядь, в каком-нибудь этом своим дробовиком в каком-нибудь контейнере и сидит. Просто сел. Блядь. Остановите, я сойду. Урод, блядь, какой-то. Засел, блядь, в контейнерах. Стреляй, может, выйдет. Кто это? Наседка выйдет? Да. Конечно, выйдет. Думаешь, это первый подобный чувак, которого я встречаю? Никуда он не выйдет. Он будет там сидеть, пока его синька жрать не начнет.
Понятно. Блин, серьезно? Не тот ган? Нихуя себе! Скажите мне, что это не из-за пинга. Скажите мне, что он просто ебать какой профессионал. У него только башка появилась, у меня сразу хедшот влетает. Там даже, блядь, не было времени на прицелиться. Не было. Очень странно. Типа, вот смотрите. Чувак. Я вам сейчас объясняю. В чуваке все нормально. С чуваком все нормально. Типа, это не его проблема, это проблема игры. Вот вы смотрите, я пикаю на него, и он не успевает отреагировать. Он не успевает меня выстрелить. Хотя перед этим вы видели, какой мне шот въебал. Он мне въебал такой шот, который, блядь, Шрауд бы не въебал. Он вот. Вот он только высунулся. Бах! И сразу мне хедшот въебывает. Вот он только такой хоп, и все, и хедшот. А почему это случается? Потому что он уже высунулся, он целится, а у меня его еще на экране нету. У меня его еще нету на экране. Он в этот момент уже в меня прицелился, уже делает выстрел, и у меня только на экране отрисовывается, он башку высовывает. А он на самом деле уже высунулся. Он на самом деле уже вот так вот высунулся, навелся и выстрелил. И получается, что я не могу смотреть в противника, я не могу ждать, когда он пикнет, потому что если он пикает, у меня на экране я этого не вижу. А в момент, когда я его вижу, в меня уже летит выстрел. Я не могу так, как я могу так играть как в эту игру? Как людям хватает терпения по углам сидеть? Как? Как мне бороться с этим? Если это сама игра вот не дает нормально тебе играть. Как? Что я должен делать? Вот видите, когда я играл не в пассивном просмотре, не в открытую сидел, а в закрытую, сам пикал и стрелял, этот чувак уже не успевал сделать. Вот если бы у него была такая реакция, поверьте мне, он бы успел бы в меня попасть. Но проблема-то это в игре. Обалденный рассинхрон, очень классно. То есть получается, что для меня вот эта функция... Функция, когда я могу смотреть, когда в меня чувак пикнет, то есть, когда я могу, ну, занимать доминирующую позицию чувака, который смотрит, в которого должны пикать. Ну, хотя это не всегда доминирующая позиция, на самом деле, иногда пикающий в доминирующей позиции находится. Вот, но в некоторых ситуациях тебе надо смотреть. И для меня вот эта опция, она абсолютно отрезана. Потому что у меня вон слева вечно горит вот этот вот кружочек. Вот он, вот тут, вот сверху, видите, этот кружочек горит, который показывает, что чувак, ты, наши сервера не подходят друг другу. Ну, блядь, вы же автоматически поставили сервера, у меня на Европе такого не было. У меня не было такого на Европе, нет, ну, блядь, было, но не так, как сейчас. Как я, блядь, должен играть в эту игру? Как? Типа, я что, должен по 10 раз умирать, и, типа, эта игра будет мне ссать в лицо, ссать в глаза, а я этим должен умывать. Чё за хуйня? Серьезно? Как тут не пойти в колду играть? Как тут не пойти играть в Fortnite? Как тут не пойти играть во что-нибудь?
понял, надо залутать этого желтенького. Понял, понял. Я только сейчас увидел. Я вообще прибалдел с этого выстрела. Выстрела, который этот парень сделал. Но суть-то в том, что такие выстрелы получаются благодаря рассинхрону. Что типа я бы сыграл бы лучше, я может быть и попал бы в него и не дал бы ему такой выстрел сделать. Но игра мне просто не дает этого сделать. Я просто физически этого не могу сделать. Потому что у меня рассинхрон. Такое было всегда. Такое было всегда. Но в последнем патче это усугубилось. Ну, наверное, раза в три, наверное. В два, в три раза точно. Дароу. Дароу. Бля, в натуре аук, нифига себе. Так он... Фига он лут привез. Я не видел, я не знал. Прикольно, спасибо. Спасибо чату, да, чатик, спасибо. Спасибо. Макич, что-то долго не заходил к тебе на стрим. Здорово. Надеюсь, тут все так же атмосферно. Удачи на стрим. Не знаю, посиди чуть-чуть. Он реши, как все так же атмосферно или не так же атмосферно. Спасибо, ребят. Знаете, Ива, спасибо тебе большое за полтинничек. Спасибо, что пришел в гости. Очень приятно, дружище. Спасибо тебе большое от души. Макс, спасибо тебе за 2 месяца Twitch Prime. Второй месяц Twitch Prime подряд. Откидывайте на спинку кресло и кайфуй. Второй месяц самый важный. Спасибо, что с нами. Я, походу, потерял дроп. Он где-то упал, и я его, наверное, не найду. Нет, найду. Баги без колеса. Здорово, open field. Моя любимая. Здорово.
Ничего себе, я тут штучку надыбал. Я, пожалуй, дальше пешком буду играть. Что-то вообще супер жесткий лут. Аук. Афиг с 15-краткой. Хотя, наверное, лучше 8-кратку повесить. Не уверен, что с 15-краткой удастся нормально стрелять. Давайте пускай здесь висит 8-кратка, если что. Перевесим 15-кратку, если будет очень далекая дистанция. Девятнадцать живых на такой огромный круг. Закруглим цифру до 1к, чтобы спалось. Спасибо большое. Спасибо, Паш, большое за еще за 200. Два раза теплее. От души, дружище. Очень приятно. Спасибо тебе огромное. Что на стримы заходишь в гости и... и монетки поддерживаешь. Спасибо. Давайте побежали на дроп, чего нам. Хотя, блин, идеальный лут. Ну, у меня идеальный лут, просто идеальный. Что еще? Что еще можно хотеть? Я больше бегу на аирдроп, чтобы пофайтиться. Потому что хотелось бы все-таки как-то свой... гир реализовывать. С АВМа, знаете ли, хочется все-таки пострелять. Не, никого нет. Так, там стрелял чувак, поэтому отсюда ко мне могут прийти. Как тебе мой выстрел, зайчик? Понравился? Поражаюсь твоей выдержке. Я бы после 3 ей смерти разнес свой комп. Удачи тебе, ты топчик. Сильно не бомби.
Ну и где мне вот его искать? Он куда-то убежал, типа он. Он не на месте остался, он куда-то убежал. Комп разъебывать это слишком дорого, бро. Комп разъебывать слишком дорого. Жалко, килл мне не достался сейчас. Жаль. Ой-ой-ой, куда столько аптек? Обалдеть. Фига здесь ништяков. Осколочный взять. Могу тоже взять. Ну, давайте заглушимся, будем вообще прям глушеные. Чего? Чего, блядь? У меня коллиматор стоит. Ты чё, блядь? Ебучий пап. Сами видели, у меня стоит коллиматор. А он мне показывает, что типа нет, макатай, блядь. У тебя там не коллиматор. Серьезно, сколько... Сколько багов за раз?
Вахта 3 справа от слева от меня. И он не умер от зоны. Еще и трава высокая, сука. Ну и как вот теперь? Вот так играть, что ли? Вот так играть, чтобы пытаться от всех подальше держаться, чтобы, не дай бог, против тебя не сыграл Рассинхрон. Как сейчас в эту игру играть в этом патче? Вот мне вот так не нравится. Я хочу ездить на машине, влетать в файт и нормально файтиться. Они, блядь, боятся, что я, типа, на меня пикает чувак, а я его не вижу в этот момент. Он начинает в меня стрелять, у меня уже нет половины хп, только потом мне показывают, как он на меня выходит.